Девочки, привет! Сегодня 14 февраля, и я хочу поздравить вас с этим праздником любви. Пожелаю вам быть любимыми теми мужчинами, которых любите вы. Как-то так. И сегодня, как я и обещала, мы с вами выберем девочку, которая получит призы из гивэвэя, который проходит у меня на канале. И чтобы видео не было сухим розыгрышем, я решила параллельно рассказать вам о полюбившейся мне омолаживающей сыворотке, которая называется «Нестареющее будущее» от израильской марки «Премьер». Это косметика класса люкс, и я давно поняла, что если декоративную косметику можно найти хорошего качества в масс-маркете, то вот уход, не могу я намазывать на себя дешевый крем с примитивным составом и думать, что он решит какие-то проблемы на клеточном уровне. Ну, это субъективно мое мнение, вы можете считать иначе. И говоря о продукции Premier, стоит обратить внимание на то, что продукция гипоаллергенная и подходит для чувствительной кожи. Крем разрешен к производству Министерством здравоохранения, а также одобрен швейцарской лабораторией по контролю косметической продукции в Европе. Кому интересно, название лаборатории я оставлю в описании под видео. Новая коробочка с сывороткой затянута целлофаном. Внутри на подставочке стоит баночка из толстого стекла с удобным дозатором и великолепным наполнением. И да, кстати, у баночки совершенно немаленький объем, 60 мл, между прочим. Сыворотка способствует регенерации клеток кожи, что предотвращает процесс старения. Я обожаю эту сыворотку, она дает мощное увлажнение. Ну а увлажненная кожа – это, естественно, молодая, сияющая, подтянутая, разглаженная кожа, что мне, в принципе, и нужно. Впитывается сыворотка без липкости за несколько секунд и не приходится ждать для того, чтобы нанести следующий свой уход, крем или эмульсию. В общем, сыворотка отличная, мне очень полюбилась, и теперь после ее использования я хочу попробовать и крема из этой же линии, возможно, мне это удастся, и я вам обязательно о них расскажу. Если вы тоже любите качественный уход, то я очень могу рекомендовать вам именно этот продукт. Ну а теперь давайте подведем результаты конкурса. Напоминаю, что спонсором этого конкурса является классный интернет-магазин Beauty Discount, которым я регулярно сервисом пользуюсь, и они предоставляют эти чудесные призы. Давайте я сейчас ставлю картиночку. И выбирать победителя будем с помощью скрипта Lizzy On Air. Ой, смотрите, какое Google оформление сегодня красивое сделал. Меня, кстати, девочки спрашивали. Скрипт. Так, с помощью чего можно выбрать победителя на канале. И вот, пожалуйста, я пользуюсь рандомайзером Lizzy On Air. Мне кажется, это удобно. Теперь переходим на канал, открываем видео с конкурса. Сейчас проверю, чтобы в спаме не было никаких ваших... нет, в спаме ничего нет, здесь было бы оповещение, что есть что-то в спаме, поэтому все честно, все участвуют, кто оставлял свои ссылочки. Так, копируем название, вернее, ссылку на само видео с конкурсом, с розыгрышем, в котором вы комментарии писали, вставляем, ждем, вот, да, видите, видео появилось на, как бы, заднем фоне монитора, и выбираем победителя, 91 комментарий, я думаю, что сейчас будет все ясно, кто победит, запускаю. Ждем, обрабатывается комментарии. Ура, Виктория Ким. О, девочка, привет, я из Иркутска, знакомые места. Ой, слушайте, девчонки, а по-моему, она не оставляла ссылку. Давайте сейчас проверим, Виктория Ким. Если действительно ссылки нет, то будем переигрывать. Потому что единственное условие конкурса, это нужно было сделать репост любого видео с моего канала и к себе в любую соцсеть оставить здесь ссылочку для того, чтобы и связаться, и можно было проверить. Виктория, где-то я вот видела, только что, нет? Еще раз. Тороплюсь зачем-то. Сейчас мы найдем. Сказать еще. Так, подождите, мне кажется, я пропустила. Еще раз начну сверху. Было бы, конечно, классно, приятно бы, если бы моя землячка, но, по-моему, вот Виктория Корнева ошиблась. Так, дальше. Виктория. Где же вы, Виктория? Вот, Виктория Ким, да, к сожалению, очень жалко, что девушка не оставила ссылку, не выполнила свой конкурс, поэтому давайте заново выбирать следующего человека. Так, еще раз, барабанная дробь, удивительно, мне такого еще не было, что я два раза победителя выбирала. Ждем, сейчас обрабатывается комментарий. Так, Наталья for you, я уже боюсь радоваться за девочек. Проверим сейчас, выполнены ли условия конкурса. Это, так, как выглядит? Вот так вот, да? По-моему, эта девушка оставляла. Нет, вы посмотрите на какое-то вообще за это волшебство. Заколдованный круг. Третий раз должно же кому-то уже действительно повезти, кто выполнил условия. И удивительно вообще.
Ну вот, все, вижу, ссылочка сразу же у девочки есть. Перейдем по ней, проверим. Так, у меня здесь балдикам записывает. Вообще первый раз, конечно, такое. Участвую. О, это репост в, как это называется, в Google Plus, ну да, тоже соцсети, и поэтому это считается. И что же, Олеся, поздравляю вас и прошу связаться со мной по электронной почте, которую я укажу в инфобоксе, там в самом конце будет она указана в описании под видео. Мне будет нужна от вас кое-какая контактная информация, и вы сможете получить призы. И поздравляю еще раз победителя, ура-ура!